Ольга не первый раз представляет свой проект на премию губернатора «Наше Подмосковье». Девушка признается, что участие в этом году имеет для нее особое значение. Ее идея – журнал для родителей, в котором можно найти любую полезную информацию. На его реализацию Ольге понадобилось около 3 месяцев. Это журнал для родителей, он призван быть таким помощником для родителей информационным, где молодая семья, которая живет в лесном городке, во Внеисоке, в ЖК «Гусарская баллада», может найти всю необходимую информацию для себя, как поставить ребенка на очередь в детский сад, как получить материнский капитал, где интересно провести выходные, то есть вся информация, которую зачастую сложно добыть где-то в интернете, потому что микрорайон находится в отдалении от Одинцова, в нашем журнале она вся есть, и это такой полезный очень ресурс. Идея создания проекта «Гусарская лайфхак» родилась у Марии буквально во сне. Впереди большая работа – поиск спонсоров, интересных экспертов, сбор актуальной информации. Но команда активных мам верит, что все получится. Изучая опыт жителей, взаимодействуя с государственными органами, с администрациями, помогаем нашим жителям быстро ориентироваться в ситуациях. Поэтому мы назвали наш проект «Гусарский лайфхак». Это проект в Инстаграме. Это проект для жителей, ради жителей и в помощь жителям. Мы лоббируем социальные инициативы нашего района. Презентация проектов обязательна для всех соискателей. Процедура проводится с целью проверки достоверности представленной информации. В этом году на официальном сайте премии зарегистрировано более 22 тысяч проектов. Одинцовский городской округ стал лидером по количеству поданных заявок. Самой распространенной стала номинация «Творчество и духовное наследие». За ней идет номинация «Прорыв», следом «Экология». Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».